Всем привет, дорогие друзья! Всех хочу поздравить с Рождеством. Сегодня 7 число, Рождество. Всем пожелать счастья, здоровья, успехов. Ну и к моим детям тоже пришло. Вот такой вот подарочек пришел. Что там внутри? Вы знаете, дети, что там внутри? Нет. А как же он открывается? Смотрите, какой красивый подарочек тут пришел. Как открыть? Маш, ты так сломаешь. Вот так вот. Я одной рукой не смогу. Илья, помоги, а то они сейчас сломают. Тут надо вот это вот сжимать и открывать. Ничего. Маша, держи, я сама сделаю. Не-не-не-не. Я уже открывала. Я... Вот так вот. Подожди, Ваня. Подожди, Маша. И давайте посмотрим, что уже в чемоданчике. Па-памс. Маш, подожди, я буду сама доставать и показывать вам. Так, ну этих две, это, наверное, на всех. Это мятные печеньки. Дальше. Мармеладка. Ваня, подожди. Что еще нам принесли тут на Рождество? Еще такая мармеладка. Ваня, подожди. Вот такая вот мармеладка. Дальше. Такие мармеладки. Ой, тут сколько, ребят, конфеток. Ой, какие-то интересные шарики. Кисло-шарики. Ой, я ваши лица поснимаю. Ой, ребята, тут еще и морковка. Смотрите, какая морковка. О, морковка. Так, Оксаночка. Это все общее, да. А здесь вот я так поняла на всех. Смотрите, Ваня, отойди, пожалуйста. Ваня, отодвинься. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте покажем сначала, какие это вот такие вот рожок вафельный со сгущенным молоком. Берите по одной. Илья, такую. Света, Катя возьмет дальше. Ваня, подожди, хорошо. Тут еще, Ванюша, не все, куда пошел? Да, там еще много подарков. Ваня, подожди. Вот такие вот мячики. Берите по одной. Бери по одной. Вот это вот по одной берем. Мне не нравится. Такой? Ну как так не понравился? Дальше смотрим, что там. Ребят, тут еще и чупа-чупсы. Вы посмотрите, какой он большой. Чупа-чупсы по одной. Радость на Рождество детям. Ну, бери быстрее, Марина. И тут еще берите по одной. Так, а тут и мармеладки вот такие маленькие по одной. Вот давайте то, что пока по одной вы взяли. Ваня, ты взял мармеладки-то? Илья? Свете дай одну. А рожок она брала? Катя, ты брала? А на кого еще? Кто еще не взял мармеладки? А, Егорка, это все Егорка. А, вот это вот, это Марина не взяла мячик. Это Егоркина. Катя, унеси Егорки-то. А то что-то это, Егорку-то не позвали. Это пока ешьте, а это пока уберем. Да? Сначала то съедите, а потом второй раз достанем. Тут еще печеньки. Сейчас одну коробочку откроем, вторую тоже пока приберем. Вот такой вот, ребята, у нас подарочек сегодня был. Да пускай так. Сейчас и так чай сделают. Вот такой вот это я заказывала на Валберес. Очень интересная идея. Подарочка на Рождество. Красивая очень коробочка. Напишите, как считаете. Так, я открыла вот такие вот палочки. Берите палочки. А сколько, мам? Ну, давай, подожди, по 3 палочки. Бог любит троицу. Вот, Марина. Раз, два, 3. Илья, Бог не нищий, любит 1000. Сколько? На, Ваня. Тут как раз 7 по 3 должно хватить. Оксана взяла уже, Катя. Маша, ты брала палочки?
Я не могу открыть. Два. Сейчас, подождите. На свете дай. А ты тоже не будешь? Ну, ложить тогда обратно. Вот такие вот печенюхи, короче говоря. Они очень вкусные, они мятные, ребят. Мне они нравятся. Мама. Что, вам не нравится? Помоги. Сейчас помогу. Пишите, чем вы своих деток радовали. Ну, вот я вот такие вот сладости. Маша, вам нравится такое? Ваня? Ваня. Всех с праздником. Дорогие друзья, сегодня кушаем борщ с домашним майонезом. Вкуснятина. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас уже сегодня воскресенье. Короче, что я хочу делать? Хочу поставить тесто на чебуреки. Я уже сегодня поставила тесто на хлеб. Сейчас буду ставить на чебуреки. Положила тут сахар, соль. Вот тазик приготовила. Сейчас это кипятком размешаем хорошенько, чтобы оно растворилось. И будем замешивать тесто с вами. Так. Все. Сейчас все это размешаем хорошенько, чтобы точно наверняка уже у нас размешалось. Замешивать тесто будем сначала ложкой, потому что вода, вы сами понимаете, здесь кипяток. Так. Сейчас немножко холодный добавим, еще немножко, еще горячий добавим, чтобы сильный кипяток прям не было. Я заранее ситом проделала муку, приготовила, и сейчас будем замешивать с вами тесто. Так, будем сейчас добавлять с вами муку понемножку в горячую вот эту вот воду. Фарш я еще со вчера достала, чтобы оно у нас разошлось, растаял фарш, чтобы разморозился. Замешиваем. Я тут двумя руками, видите, пытаюсь все делать. Так как сначала будет горячее тесто очень. Поэтому мы сначала вот так вот. Некоторые спиртное добавляют в тесто. Там водку, коньяк. Я многие рецепты смотрела. Я ничего не добавляю, ребят. Я вот. Как видите. Так как у меня дети едят, а спиртное, многие сейчас напишут, что там чуть-чуть будет спиртного, но нифига подобного. Так. И замешиваем тесто на чебуреке. Все, тесто уже не такое сильно горячее, можно теперь и вручную поработать немножко. И замешиваем. Надо, чтобы оно не прилипало к рукам. Знаете, такое тепленькое. Вот у кого дома холодно, можно вот такое вот тесто делать, и вы согреетесь. Все, ребят, наше тесто готово. Оставляем его. Пусть немножко, хотя бы на часик, накрываем полотенчиком. И пусть часик постоит. А мы пока с вами займемся фаршем. Так, дорогие друзья, делаем наш фарш. У меня здесь курица со свининой смешана. Фарша немного, конечно, но хватит. Также блендером взбила лук. Перемолола. Немножко сюда водички добавлю, чтобы полоснуть. Все равно в фарш надо будет водичку добавлять.
и сюда. И все это перемешиваем. Не забываем сюда добавлять соли. И сейчас добавлю я еще немножко перчика. У меня есть вот такой в пакетиках перчик. Он очень острый. Просто неимомерно острый. Поэтому мне одного пакетика вполне хватит. И все опять перемешиваем. Можно еще тертые картошки добавить. Мясо картофельное, чебуреки сделать. Сейчас, наверное, так и сделаю, чтобы больше у нас получилось. Мы еще сейчас картошки с вами натрем. И сделаем вкусные мясо картофельные чебуречки. Так, все, 4 картошинки я перемолола, перетерла. Этого вполне хватит. Чтобы не сильно картошка чувствовалась. Так, чуть-чуть. Все. По сути, наш фарш готов. Сейчас водички еще добавлю, а то сильно густой получается. Нам не надо, чтобы сильно он густой был. Можно ручками. Че я вилкой мараюсь? Рукой. Ручки перед этим обязательно, конечно, мыть. У меня чистенько, я тут все готовлю. Ну, вот так вот еще немножко водички можно добавить. Водичку тепленькую я добавляю, чтобы оно не сильный густой фарш получился. Помять его хорошенько. Все, ребят, наш фарш готов. Сейчас убираем все на столе хорошенечко и будем заниматься уже тестом, чебуреками нашими. И будем с вами жарить на 2 сковородках. Так, мои хорошие, жарю чебуреки. Так, свет включить, да? На 2 сковородках, как и говорила, что буду жарить. Так вот, переверну заранее, пускай жарятся мои чебуречки. Посмотрим, что у нас получится, вкусно, не вкусно. Ну вот сейчас в конце что-то надо было раньше фарш-то попробовать, как на соль. А я что-то не попробовала. На глаз соль положила, и вот чувствую, что соли будет мало. А здесь только вот только положила. Пусть жарится. Стряпаю чебуреки. Фарш остался у меня еще. Навела себе чай с лимоном. Лимон у меня, вон, видите, я кубиками его замораживала в морозилке. И вот сейчас бросила, он размораживается здесь у меня. Также поставила хлеб. Поднимается. Тут у меня еще целый тазик теста. Короче, сегодня день выпечки. Ну, ё-моё. Ладно, всем хорошего вечера. Так, первая партия чебуреков пожарилась. Ну вот,
Видите, печка сильно сгорела, и поэтому немножко вот такие вот получились. Ну, вот эти вот уже получше вторые. Видите? Ладно, раздам деткам, пусть кушают. Все, ребят, первые две партии испекла. Вот такой вот. А я горячий еще. Получился он у меня. Красивый, вкусненький. Чебуреки, к сожалению, уже все съели. Показать вам не могу. Вот один мой остался еще. Ладно, всем, кто кушает, еще поставила две булки хлеба печь. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сейчас вот так накрою хлебушек и пусть стоит.